На решение проблем экологии Дагестан потратит порядка 4 миллиардов рублей до 2024 года. В частности, о том, как будут реализованы средства, говорили в штабе «Единой России» в ходе круглого стола. Из 11 федеральных программ регион участвует в 6. На борьбу с мусором заложено 4 миллиарда, 1,7 миллиарда на проблемы с водоснабжением. В числе приоритетов – сохранение лесов. Участники круглого стола обозначили те проблемы, на которые стоит обратить первостепенное внимание, и искали пути их решения. Все предложения будут систематизированы и озвучены на Всероссийском экологическом форуме с участием премьер-министра страны Дмитрием Медведевым, который скоро стартует в Челябинске. Посмотреть, где у нас риски неисполнения, где у нас должны быть ключевые показатели, сформировать предложения, и уже на форуме мы должны внести предложения, чтобы могли они у вас заложить в законодательство.